Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним. Второе задание на странице 43 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Игра «Третий лишний». Попробуй сгруппировать рисунки по два так, чтобы третий оказался лишним. Объясни, почему он лишний. Это можно сделать разными способами. Например, можно сгруппировать мяч и ягоды, потому что они одинаковые по цвету красного цвета и они одинаковые по форме. Они круглые. Можно сгруппировать между собой первую фигуру и третью фигуру, потому что это геометрические фигуры, и их по одной. А на втором рисунке 4 фигуры, 4 ягодки. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под